Штрих за штрихом, не спеша, разметочная машина выводит на свежем дорожном полотне разделительную линию. Этой ночью не до сна было бригаде из 4 художников. Формально Виталий Мошин – бригадир группы дорожных рабочих, однако занимается не ремонтом, а практически искусством. Его главная забота – обеспечить безопасность на проезжей части и эстетическую привлекательность дороги. Он наносит дорожную разметку. Мы начинаем сегодняшнюю работу вблизи новой школы, потому что нужна безопасность для детей, для всех окружающих. Без разметки у нас водители не могут ездить, правильно? Они не могут поделить дорогу. То есть разметка нужна для того, чтобы автомобилисты знали направление своего движения. На полотно наносят термопластик со светоотражающими шариками. Последние нужны для того, чтобы водители смогли в любое время суток видеть разделительные линии, что позволит избежать ДТП. Материал заготавливают заранее, уже на месте его переливают в разметочную машину и начинают творить. Гарантия на разметку год, но при небольшой интенсивности движения она может сохраниться и до 3 лет. Сейчас работа в основном проводится на тех улицах, которые выходят из ремонта после проведения ремонтного покрытия. Верхние условия, как ремонты картами. То есть погодные условия пока позволяют работать. Разметка всегда находится комплексно, потому что после ремонта улицы на новый асфальт и бетонное покрытие, соответственно, с локацией наносится полностью продольная разметка и поперечная, включая пешеходные переходы, дополнительные знаки информации и так далее. То есть улицы обрабатываются комплексно. Дорожная разметка – это часть ремонтных работ на 5-й просеке. Напомним, дорогу здесь привели в порядок картами по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Всего в Самаре запланировано нанести разметку на площадь 106 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день выполнено 85%. Мария Левина, Сергей Баскин. События.